обновление Санока и новейшего поля сражения Тайга, билет баланса оружия, новое улучшаемое оружие и способ оставить свой след на полях сражений. Все это и не только в описании обновления 13.1. Во-первых, Тайга получил несколько обновлений, начиная с нового способа высадки. Иногда во время полета над Тайга у самолета будет загораться двигатель, вынуждая его экстренно приземляться. Это даст игрокам значительно меньше времени и высоты для прыжка и сделает начало игры более напряженным. Останешься в самолете до конца, получишь урон 50% и тебя выкинет. Хотя любое приземление удачно, если после него ты живой. Главное помни, когда горят двигатели, все выпрыгивают. Еще на Тайга появятся новые аэродропы, сбрасываемые намного чаще обычных. Они дополнят обычные аэродропы, в них боеприпасы, медикаменты, метательные снаряды и прочее. Еще мы увеличили частоту появления АВД. Добавили спасательный шар, С4 и ловушку с шипами. И уменьшили количество некоторого метательного оружия и модулей. АВД теперь можно найти в секретной комнате на Тайга, от которой также надо будет найти ключ, как на Парама. Ищи его, если хочешь ценное оружие и предметы. Санок тоже получил обновление, включая небольшие скалы и камни, как дополнительное укрытие на северо-западном острове. Еще мы перенесли храм около лагеря Альфа и добавили на тропе к нему укрытие. В дополнение к этим новинкам мы создали новый билет баланса оружия. Снайперские винтовки получили серьезные улучшения, а вот из марксманских винтовок будет сложнее целиться издалека. Тут много тонкостей. Читай описание, чтобы узнать о настройках любимого оружия. Кстати, о винтовках. Новое улучшаемое оружие, марксманская винтовка Buzzkill, добавлена в игру. Ее можно найти в контейнере контрабандиста. Скин можно обновить до 10 уровня для более уникального внешнего вида. Так что ищи контейнер и обновляйся. Еще в обновлении новая система спреев. Оставь свой след на поле сражения. Улучшение интерфейса, результатов матча в игре и в лобби. Улучшение сообщений об убийствах и другое. С этим обновлением начинается 13-й ранговый сезон. Начинай зарабатывать косметические предметы и награды для нового сезона. Обновление 13.1 уже здесь, так что вооружайся Buzzkill, ищи секретную комнату и будь готов выпрыгнуть из горящего самолета. Увидимся на полях сражений.